Очень рады. Будем вместе бороться за безопасность. Да. Вечно заедно, да, соборимо за безопасность. Коли звучить вона, я ну, дерево, дай Богу, чи об'яснити, все треба такою мірою. Хорошо, но самое главное, надо объяснять и бороться, и действовать. Объяснять с верим. Знамо, да, объясню. Там просто некоторые понимать не хотят. А лима у них иначе заразует. От этого правда не становится менее убедительной. От того правда не знаю, да, просто немало убедительства. Поэтому такие вот дискуссии, которые сегодня были, как в прошлом году, это очень полезный показатель с точки зрения того, что много стран и их число растет, все более и более понимают необходимость отказаться от конфронтации, начинать искать договоренности, баланс интересов. Это неизбежно. А время тех политиков, которые этого не хотят понимать, не хотят признавать реалии, это их время проходит, и достаточно быстро это все завершится. Время у них... Зато в дискуссии, которые вы были одержаны, вельми су знакові, я има яко великий брой земаляра, и тай брой упоростує, кое разумею, да треба регулисти ово конфликты, и да треба проначе баланс интереса. То є заїста необхідно і у них, кої нече, да буде вивечі супер, їх є все вище. Время уніполарного світу за ось прошло. Время уніполарного світу за ось прошло. Время однополярного світу однополярного міру закончили. Саміт Брікса у Казані то підтвердили. Саміт Брікса в Казані показав. И показывает, сколько глупа политика, которая мыслит, что может изолировать Россию, или да уплашить Кину, или да натера Сербию, да не бира своих приятелей. И глупая политика та, которая пытается изолировать Россию, или напугать Китай, или донести изоляции еще кого-нибудь. Это уже всем понятно, что не сработало и не сработает. Все разумеют, да, то не прорадило, иначе не прорадило.